Ушаков редко играет именно на позиции левого инсайда. Опять Обляков и гол. И Ваня Обляков забивает прекрасный мяч. Вот то, что не удалось Облякову сделать пару минут назад. Сейчас Ваня Обляков, опередив Павла Павлюченко, все-таки мяч в ворот переправляет. И это уже не первый вот такой заброс на Облякова. Его диагональное включение. И Иван Обляков, умница, забивает третий мяч в составе национальной сборной. Это было, Миша, красиво. В 10-м матче за сборную. Да, давай посмотрим. Алексей Миранчук убирает под себя. Под левенькую. И а вот точно она диагональ. Но тут, конечно, несогласованные действия и защитников, и вратаря. Мне кажется, вратарь напрасно так далеко вышел из ворот. Видишь, Павлюченко назад попятился, потом пошел, чуть не рассчитал траекторию. Ну и, конечно, это ошибка голкипера, не умаляющая заслуг сборной России. Потому что этот план есть, он работает. Эбонг врезался во вратаря. Волков спокойно просто глазами смотрел, надеялся, что Ваня